Всем привет! Представляю анонс и дату выхода 16 серии турецкого сериала «Дикий». Ранее мы увидели Ямана, Аси и Джейсура. Молодые люди прибывают на похороны. Яман чувствует себя очень разбитым от всего этого. Он говорит, что не смог защитить свою семью. Кажется, что вместе с этим человеком не стало всего, что делало Ямана тем, кем он есть. Он рассказывает матери, что Умут ушел. Но женщина старается очень аккуратно говорить с сыном. Она говорит ему, что он никуда не ушел. Руя также не может сдержать слезы. Она очень растеряна от всего происходящего. Вместе со всеми она проживает этот траур и эту потерю. Каждый из них вместе с этим человеком потеряли что-то важное. Она нежно целует Ямана в щеку. Ее глаза, так же, как и глаза парня, полны горьких слез. Она говорит ему, что любит его. Джесур срывается на друга. Он требует, чтобы тот наконец-то стал храбрее, чтобы перестал винить их в проблемах. Но он в ответ кричит, что да, обвиняет их, что он действительно считает их виновными в том, что произошло. Ювен говорит Серхану, что они ничего не должны друг другу. Но он говорит, что все равно наступит день, когда им придется платить по счетам. Ювен встречается с Нилюфер. Женщина интересуется, что же он хочет от нее. Мужчина коротко отвечает, что хотел бы забрать своего сына. Женщина шокированно смотрит на него, пытаясь понять, правда ли он просто хочет забрать Али и уехать. Джесур выливает на землю воду, говоря, что они все потеряли своего брата. Он кричит на друга, говоря, что они за минуту забрали у парня сердце и отдали его сестре Ямана. Парень не выдерживает и переходит на настоящий истерический крик. Ему и самому невероятно больно от всего этого. И когда ему об этом напоминают, вина только сильнее накрывает его. Премьера 16 серии турецкого сериала «Дикий» состоится 26 декабря.